Саліка продакшн студіо. На неділю до второго я уеду в Комарова. А теперь давай с тобой учить чистые ноты. Песня тоже веселая. Да, я, кажется, слышал эту песню. Ну, хорошо. Самое главное, что ты ее слышал, но еще главнее, что ты ее никогда не пел в жизни. Не было же такого, да? Нет. Нет, да? Ну, все хорошо, значит, мы ее учим, да? И... На недельку до второго я уеду в Комарова. Давай. На недельку до второго. На недельку до второго. Давай. На недельку до второго я уеду в Комарова. Поглядеть отвыкшим глазом. Давай. Поглядеть отвыкшим... Слова для тебя новые, да? Поглядеть отвыкшим глазом. Вот ты предмет русский язык не очень любит, да? А вот здесь русский язык. Надо слова правильно произносить. Отвыкшим. Здесь еще есть кое-какие слова, которые ты никогда не произносил. Еще раз. Раз, два, три. На недельку до второго. Давай только чисто. Вот ты опять не чисто поешь. А я пою чисто. Я хочу, чтобы ты тоже чисто пел. На недельку до второго. Давай. На недельку до второго. Нет, надо паузу делать. Не делай паузу. На недельку до второго. Давай. На недельку до второго я уеду в Комарова. Поглядеть отвыкшим глазом на Балтай. На Балтийск. Что такое Балтийская волна? Ну что такое Балтийская? Ты слышал когда-нибудь? Море Балтийское. Слышал когда-нибудь такое? Нет. Вот. Есть Балтийское море. Помни, что есть Балтийское море. Никогда не слышал, да? Угу. Вот теперь ты будешь знать. Есть Средиземное море, Черное море, Карское море, море Лаптевых, Красное море, Мраморное море, Эгейское море, Балтийское море. Понял? Вот это про Балтийское море. Сначала. На недельку до второго. Давай. На недельку до второго я уеду в Комарова. А вот давай вот так вот, ну ты сейчас как попало поешь. Ну мелодию уже я тебе спел. Давай чисто. На недельку до второго я уеду в Комарова. Ярослав Иванович Радченко. А, блин, ну хорошо. Так и запишем. На недельку до второго я уеду в Комарова. На недельку до второго. Не надо паузу делать, еще раз говорю. И ближе микрофон, ты его далеко держишь, близко его надо.